Всем привет, друзья, меня зовут Вильям Бруно, со мной сегодня Сафик. 1, 2, 3, 4, ребята. И сегодня мы с подписчиками, ну в основном подписчики будут это делать, а мы будем оценивать. Но в целом, сегодня мы будем строить Brawl Town в Майнкрафте. Здесь сегодня у нас, знаете, сколько подписчиков? Я вот не знаю, вы сможете посчитать, но тут очень много, тут где-то около 30 подписчиков. Они сегодня будут строить город Brawl Stars. Мы с Бруно хотим, чтобы вот здесь, прям вот на этом пятачке огромном, стоял огромный город. Отобрали просто лучших строителей среди подписчиков. Ребята, я сейчас всем прописываю этот гейм-мод, и все должны будут строить Brawl Town. Воля! Ля, какой тут скин у типа красивый. Так, это вперед, зад. Во, его лицо. Привет. Ребята начинают уже строить Brawl Town. Во, смотри, там уже, ну прям реально возводится целое здание. Тут уже целые ворота построил тип. Во, тут один чел строит из изумруда домик. Кто будет мешать, тому бан, ребята. Ну, все просто. Чтобы не мешать нашим подписчикам строить Brawl Town. Смотри, ворота кто-то делает. Офигеть, блин. Золотые? Не, из этих, из кирпичей, из камня. Да, тут чел построил золотого крабика прям на воротах. Если это ворота, крабик интересный. Возможно, это не крабик, но выглядит как будто крабик. О, смотри, там пишут Аришнев, скорее всего, из изумруда. Ребята, ну Аришнева сегодня нету, он будет с нами в виде надписи. Мне даже интересно, смотрите, они как-то вот по мелочи, пока не понимаешь, что тут, может, они объединились и тут строят реально настоящий Brawl Town, а не как один человек. Реально, тут типа все что-то свое строят, но в целом такое ощущение, как будто у них есть один единый план, которому они вот строят тот самый Brawl Town. Они даже дорожку, я смотрю, они втроем как минимум делают вот такую дорожку из этих оранжевых штуковин. Ага. Может, они в чатике договорились или как? Возможно. Ой, а что-то там Аришнева это разбирают. Как это так? Ё-моё. А это кто-то что-то взорвал? А, невидимка какой-то. Понятно. Ну-ка, эффект клир. Читер какой-то залетел. Во, смотри, там пишут это маленького Аришнева. Причем очень быстро. Нереально, прям талантливые строители. Тут каждое сооружение, ну, как бы оно странно и бесполезно не выглядело, но оно прям красиво. Самое, конечно, обидное, то, что реально есть те, кто ломает. Ну, и не поймешь, кто это, потому что они сразу прячутся. Ребята, в этот раз я отключил динамит, наконец-таки, на этом сервере, поэтому ничего взорвать ни у кого не получится. Я очень надеюсь. А там разве не взорвали под большим Аришневым? А я вот не знаю, но я отключил взрыв динамита, то есть он взрывается, но он не наносит никаких... Ну вот смотри, давай я тебе сейчас покажу. Вот смотри, как он сейчас... Ой. А вот яма. Ё-моё. Ёкарный бабай, что делать-то тогда? Позорище. Вот он, Грифер, вот, Сафик разрушает город. Сейчас все застроим обратно. Ребята, сейчас попробуем вторая попытка. Ё-моё. Да ё-моё, да за что так? Давай просто будем надеяться на то, что у нас ответственные подписчики, которые не будут взрывать. Да, они там есть ответственные, но много не безответственные. А нельзя удалить вообще динамит из игры? Блин, да как-то же можно, ребята, я ж гуглил, у меня ж получалось. О, смотри, какой тут пентхаус. Тут рынок прям можно построить. О, кто-то строит огромный толчок, смотри. Ну, по-моему, это похоже на унитаз реально. Тут уже банк появился в центре города, прям на проспекте поставили. Во, это персонаж из Brawl Stars, нет? Смотри. Где? Тут синий Джон Сина. Это не Джон Сина. Да не, ну, типа, это из Brawl Stars, нет? Да. Так, я так понял, это все-таки не унитаз, хотя сначала это выглядело именно так. Но теперь это вообще непонятно, что это. Возможно, огромная снежинка с элементами льда. Это, если что, Эль Примо. А, понял. Памятник великому Эль Примо. Спрашивают, какой ник у Аришнева? У Аришнева сегодня день рождения, поэтому он сейчас у себя на дне рождения. А мы записываем праздничный ролик для него. Мне дом взорвали, МХ Ливан. Ребята, ну как отрубить этот долбанный динамит? А, под зельем. Блин, вот как узнать, кто под зельем? Да, смотри, тут нашу надпись. Надпись разрушили. Ой, я немного ее разрушил, но в целом... Какую надпись? Ну вот этот Brawl Town. Ё-моё, там вот снежинку разрушили. Масштабный взрыв произошел. Тут этот чел с классным скином строит тоже тут интересную штуковину. Так, а где у нас метальчик-то? Куда он улетел? Ой, тут что-то повзрывали. Ё-моё. Ёпарасота. Короче, выдаю
ебан просто, блин. Направо и налево. Отправляем в горячую тюрьму. Так, смотрим за метальчиком. Метальчик по мне, я не видел, как он динамит взорвал. Все пишут, что бан метальчик. Но это не метальчик же, это, может, мини-маус этот? О, Леона построили в виде домика. О, ничего себе, там какой-то чел тупо сделал свою виллу. Отдельную, которая не похожа на Brawl Town. Я смотрю, они все строят, они все молодцы. Давайте, реально нужен какой-то контролер прям. Айдан, вот, например. Че он делает? Айдан здесь вот приколюху делает. Айдатчер. Вот он что-то ничего не делает. Айтичер. У него еще этот скин, как у агента 007. Да, он очень похож на какого-то хулигана. Не, ну видно, когда парни занимаются делом. Драгонмен тоже строит. Это столько много народу, и вот один из них мафия. А вот это кто? Кто предатель? Кто предатель в нашем Бравл Стар Сити? Давайте, ну кто-то же есть в невидимке-то. Ну по-любому. Ой. Я к нему уже... О, взорвали, полетел, видел, кто-то улетел. Кто этот гад, а? Только что отлетел, блин, что-то строить. Это Свадер, мне кажется. Кто-то этого монстра из ада здесь поставил. Ребята, время на исходе. Времени 40 минут. Осталось? Осталось, да. Понял. Те, кто вот взрывал всех, они решили такие, сейчас мы на дне пока, ну, побудем, зашухеримся, а потом кого-нибудь взорвем. Вполне возможно, что кто-то строит, а потом взрывает чужие дома. Чтобы его дом выглядел лучше на фоне других. Самое прикольное, что здесь Никита строит чисто свою виллу, вот, свой дом на отшибе. Нифига, у него тут и бассейн есть свой. Офигеть, вот это брок, вот это кайф, ребята, вы только посмотрите, сколько здесь персонажей. Ворон, Эль Примо, это Вольт? Скажите, кто это, я просто реально не узнаю. Возможно, что я нубик, здесь просто смайлик. Реально, как будто готовились вот к этому дню подписчики, потому что, ну, у каждого, ну, это же разные люди все строят, но при этом у каждого на домике там стоят персонажи из Бравл Старс. Да, это прям настоящий Бравл Таун, ребята, блин. Если хотите так же, ребята, строить со всеми, с подписчиками, ну, вы же тоже подписчики, то заходите в телеграм-канал и добавляйтесь туда, мы там пишем и зовем нас на наш сервер. Да, обязательно присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, потому что именно там мы скидываем информацию о том, как с нами сняться в нашем ролике. Офигеть, блин, огромный город просто, ребята, тут даже есть... Ну вот это жалко сломали. И они вот самое прикольное, что они сделали дорожки между домами. Выглядит это все кайф вообще. А вот, кстати, Расул Нурлан летает в невидимке. Но он строит в невидимке. Грантоп, там говорят грантоп что-то. О! Ё-моё! Капец. Капец. Нашел? IP грантоп. Все, до свидания. Только что при мне динамит ставил. Кто еще поставит динамит? Бан. Давайте-ка уберем вот эту яму, чтобы не мешало подписчикам. О. Кто там взрывает что? Да ё-моё, ребята! Кто там, мистер Кирилл? Кого взрывают? Да где взрывают? Ё-моё! Коди, ну там рядом Коди стоял, я не знаю. Он оттуда убегал и начинает сейчас дорожку строить. О, капец, ребята! Не, ну это вообще какой-то косяк. Не, смотри, все сейчас восстанавливают, дырки залатываются. Тут, конечно, немного домик этот пострадал, но ничего. Сейчас все восстановим. Видишь, там на окраине вот эту лаву залил. Расул Нурлан разливает, в невидимке лаву разливает. Вот, Расул Нурлан, да? Молодец. Ну-ка, сейчас мы ему забаним. Сейчас мы его, ребята, забаним так, что мало не покажется. Ну-ка. О, смотри, что делать. Смотри, сейчас, ну давай. Вот ты гад, а. Нафиг ты лаву разбиваешь? Очень не хочется, ребята, банить подписчиков, но просто когда подписчики портят игру другим подписчикам, то приходится их банить. А так, ребята, у нас, конечно, блин, так, вот тут написано дом. Здесь смотри, как круто сделано. О, как в стиле А4, такой черно-желтый. Шает. О! Да ё-моё, ребята, ну почему? Почему каждый подписчик просто взрывает? Взрывает наш город, ребят. Ну я не знаю, ребята, у меня уже силы кончаются. Наш город быстрее развивается, чем те, кто его разрушает. Да, ну что поделать. Всегда кто-то будет разрушать, кто-то будет строить. От этого никак не избавиться. Кто-то, ребята, креативный, а кто-то дурачок. О, ребята, смотрите, какой крипер красивый здесь. Кто его построил? Геймерлок. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. И Доджеро, дом Спайка. О, здесь есть подарок Аришневу. Во, нифига тут
подписчик Аришнему оставил подарочек. О, а это как будто я строил. Чисто земляной домик из гравия. Вообще шикарно. Да. Ребята, ну, собственно, Бравл Таун получается вот такой. Вот эта правая половина центрально выглядит очень круто. Там, конечно, лава вот эта, нагадюшили, там взорвали. Но вот это вот вы посмотрите, как это классно выглядит. Как они вообще это делают? Они по инструкции или по памяти? Реально красивые постройки. Он не по памяти, но, мне кажется, основываясь на тот самый город Бравл Старсы, который я снимал с Артемом, вот, который мы через портал прошли. Ой, ёпарасете! Да кто ж это? Шерман Топ взорвали. Обидненько, обидненько. Но! Город продолжает расти! Ребята, остается ровно 10 минут. О, флаг России! Флаг России, ребята, поставили тут. Поставь лайк. Аришнев топ. Бруно тоже топ. Сафик 1, 2, 3, 4 крутой. А что лучше, крутой или топ? Я ему выйду. О! Понял, понял. Просто Дима, все взрывает, ребята! Я от него-то я не ожидал. Вы прикиньте. Реально просто Дима взрывает? Да! Прям! Все, бань! Прям у меня за спиной. Я, кстати, когда впервые увидел просто Диму здесь, он сначала был в невидимке, но потом, типа, обычно. Я подумал, что просто лагануло. Вот он, жулик, ты нашелся. Короче, ребята, ну вы сами видели все, как просто Дима взрывал. Просто Дима, зачем ты это сделал? Бруно, если ты видишь кого-то в невидимке, за ним особая слежка. Понял. Интересно, на что способны наши подписчики за час вот в Майнкрафте? Уже я вижу, что ребята очень талантливые, у каждого дом красивый по-своему, но каждая постройка, она вот прям реально крутая. Поставь лайк, подписывайтесь на канал! Вот этот дом мне реально нравится. Здесь написано вход только Сафику, Бруно Аришневу. Так. Вот. А тут вот домик такой интересный, тут ковер стелят. Давайте я им напишу 2 минуты. Ребятушки, если оставить подписчиков строить Бравл Таун месяц, ну или хотя бы день, 24 часа, как вы думаете, как он изменится? Мне кажется, через 24 часа будет целая страна Бравл Старс, ну, целое государство. То есть можно же сделать дороги, ребята, вот так вот и разрастается инфраструктура города Бравл Старса. Мне кажется, вот еще чуть-чуть, и здесь метрополитен появится. Я хотел бы, ребята, чтобы каждому дому была подведена вот такая классная дорожка. Или вот такая дорожка, и нифига тут у всех разные дорожки. И они все с факелами классными. Время вышло. Вы только посмотрите. Бам! Отсюда и берем бюджеты для постройки всего города. Здесь очень много золота. Шерман Топ подумал о банке в городе, ребята. Может быть, я ошибаюсь, ребята, но по-любому кто-то же додумался сделать арену. Вот она, кажется, да? Похоже, похоже. Но она, конечно, маловато, но похоже. Домик внешне очень крутой, а внутри, по-моему, пустой. Ого, вот. Тут целый вход. Это очень круто сделано, ребята. Вот здесь вот я вижу, возможно, либо это один человек строил, либо двое. Потому что смотри, в какой структуре вот сделано. Все очень интересно. Пустыня такой, и здесь чисто вот 2 персонажа, и флаги даже висят. Yes. Тортик. О, как раз проголодался, спасибо большое за тортики. Да. О, да ну! Он, конечно, без личика, но это классический ящик. Это что же ящик рядом стоит, нет? Только поменьше. Он меньше похож, вот он, вот тот прям похож, но он без глаз. А тут, кстати, сбоку пытались выбить глаза, но, видимо, уже закончили работу, вышло время. Дом Спайка. Спайк, ребята, я тоже за него люблю играть. Так, дайте-ка. Опля. Вот здесь бункер даже есть какой-то. А, это арена? Слушай, это маленькая прям арена. Если вам понравился вот этот вот замечательный город Бравл Старс, который построили нам наши подписчики, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите вот этот вот наиклассный ролик, который сейчас у меня в руках. Прям вот здесь вот тыкайте, нажимайте. Давай, тыкай прямо сюда на этот видосик. Офигеннейший видосик, где мы играем. Это мы тыкай прямо сюда.